Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 112 на странице 50 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, выберите из скобок нужные слова и впишите предложение. Глаголы в форме прошедшего, настоящего, будущего времени спрягаются, склоняются. Глаголы в форме настоящего, и будущего. Времени спрягаются. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.